Добрый день! С вами Алла Развадовская, Людмила Морозова, моя подружка. Мы сегодня решили немножечко посвятить времени себе. И мы будем сегодня делать процедуру Дермасоник, уход за кожей, очищение и массаж вместе с сывороткой, увлажняющая сыворотка Hydra-V. Для этого у нас есть замечательный аппаратик Дермасоник. Для чего его придумали? Для того, чтобы он помогает средствам глубже проникнуть в кожу. И перед тем, как делать процедуру ухода, многие женщины понимают, что надо чем-то очистить лицо. И мы, как правило, идем к косметологу и делаем чистку лица. Это больно, это хлопотно, это не всегда дешево. Вот. И Дермасоник предлагает вот такую вот гидравлическую насадочку, при помощи которой мы очищаем поры и убираем с пор всю грязь, которая, то есть отмерзшие клеточки, и убираем, очищаем поры. Процедуру это можно делать и нужно делать очень регулярно, но не чаще, чем 2 раза в неделю. Процедура длится 1,5 минуты. Делаем ее по массажным линиям. Все это просто и легко. Людочка, ты умытая у нас? Или мы тебя умоем? Умоем. Умоем. Отлично. Сейчас мы Людину кожу лица подготовим для процедуры очищения. Мы берем ватный тампончик, смачиваем его, возможно, 2. Смачиваем водичкой теплой, отжимаем и смачиваем кожу по массажным линиям от середины к мочке уха. Мы протираем и увлажняем кожу лица. Да. Вот. Людочка, ты расслабься и молчи. Я буду все делать сама. Когда надо, я тебя спрошу. Водичка тепленькая? Да. Отлично. Теперь при помощи средства умывания, гель для умывания, это бренд Hydra-V, мы наносим крем, этот гельчик. Круговыми движениями очищаем кожу. А вокруг губ? Обязательно, Людочка, обязательно. Все везде помоем. Ты не умывалась, нет, сегодня? Не? Умывалась? Умничка. Специальным средством или мыльцем? Признаюсь, мыльцем. Боже, я ей жалко. Жалко. Сейчас можно это все снимать водой из чашечки, но так как мы дома, у нас есть замечательная ванная комната, мы отпустим Люду на 2 секунды, чтобы она просто проточной водой смыла средство для умывания. Иди, Людочка, в ванную. Пока Людмила умывается, я вам расскажу, чтобы не было такого, как Людочка умылась мылом, я вам расскажу немножко про уход за кожей лица. Значит, во-первых, это очень, скажем, нежная такая вот кожа у нас, и она требует определенного ухода. И нельзя умываться мылом, надо умываться специальным гелем для умывания, очищать кожу, а потом ее тонизировать для того, чтобы крем, который мы нанесем после тонизирования, дневной или ночной, все-таки имел возможность поглубже проникнуть в кожу лица. Людочка, ты умылась, да? Да. Значит, теперь мы берем насадку. Нет, мы не так. Мы возьмем ватный тампон, смочим его дезинфицирующим средством и продезинфицируем нашу насадку. Это надо делать до процедуры и после процедуры. Здесь есть такой пластмассовый колпачок, мы его снимаем. Скажем так, очень бережно и нежно мы относимся к нашему аппаратику. Чем, если мы за ним красиво ухаживаем, он может служить нам не год и не два, и даже очень долго. И одеваем
эту насадку. На наш дермасоник. Для этого мы снимем вот эту насадочку, ставим ее здесь, а одеваем вот насадку для чистки. Сейчас мы сделаем чистку лица ультразвуковой насадочкой. Значит, 1,5 минутки будет длиться процедура. Мы будем делать все это по массажным линиям на влажную кожу. Увлажняем влажным тампоном, просто вода. Мы закончили процедуру очищения. Людочка, какое ощущение, как впечатление? Ну, первое, это нужен результат. Я буду смотреть потом. А у меня ощущение, вот если кто-то делал электропроцедуры, Дарсенваль, это вот такие же ощущения. Только единственное, что чуть-чуть, ну вот, как лезвие или что. Угу. Ну, в принципе, безболезненно, да? Да. Безболезненно, отлично. Смотрите, в принципе, мы сейчас можем сделать уход. И на этом первая часть процедуры дермасоника может закончиться, потому что вторая часть процедуры – это дермоионная гальваническая насадка, которая делает массаж и вбивает сыворотку поглубже к третьему слою кожи. Нежелательно делать две процедуры в один день, поэтому сегодня мы сделали чистку, а завтра мы будем делать процедуру массажа. С вами была Разводовская Людмила Морозова. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Если есть вопросы, задавайте. Все хорошего вам дня, будьте красивыми. Всего доброго. До свидания.